Машины для санитарной обработки улиц, высоторезы, ручные пылесосы, подметальная и другая специализированная техника. В арсенале городских коммунальных служб более 200 единиц. Проверить готовность к предстоящей уборке и благоустройству приехал лично глава округа Дмитрий Волошин. Команда администрации лично хотела убедиться в том, что комбинат городского хозяйства, жилищник муниципальное наше предприятие, подрядные организации, все готовы. Вся коммунальная техника предназначена для самых разных видов работ, от банального подметания до кронирования и выкорчевывания деревьев. Также у нас представлена и техника, это и мини-погрузчики, и букеты, и вышки, которые будут работать в наших дворах, мы будем их наблюдать. Это и газели для развоза инвентаря, рабочего персонала, та же техника малой механизации. Почти вся техника, которая вот-вот выйдет на улицы города, отечественная, в том числе и новые машины для мойки. Эта техника предназначена и для работы на дорогах, также на работах во дворах, для мойки, чистки, то есть уборки. Ежедневно дороги будут мыться, вот, тротуары будут мыться. Также сейчас в течение этого месяца проведем, ну, естественно, уборку, мойку остановочных павильонов, контейнерных площадок, реконструкцию, детские площадки, покраску заборов. То есть будет большая серьезная работа. Особое внимание в округе в этом году уделят реконструкции дворов и детских площадок. Также планируют масштабный ямочный ремонт. Апрель в городе традиционно станет месяцем чистоты и благоустройства. Юлия Самошина, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.